Деревня Дубовка, озеро Трасово. Именно здесь на волоске от смерти побывал местный житель. На небезопасную хрустальную поверхность мужчина вышел порыбачить. Как итог, провалился под лед. Это случилось в субботу в 9:30 утра. О тонущем мужчине на номер 112 сообщили очевидцы. Когда на место ЧП прибыли спасатели, рыбак находился в 25 метрах от берега. Помоги, помоги, плот вытянуть! Постараться на берегу. С помощью спасательного инструмента, это доска и веревка, мужчина 65-го года рождения был доставлен на берег, спасен и передан в руки медицинских работников. Мужчину госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение. К слову, это не первый подобный случай за последнее время. Тонкий лед стал причиной гибели сразу 5 белорусов, и это цифры только за последние 2 недели. Среди жертв небезопасного покрытия, как правило, пенсионеры и дети. Спасатели в очередной раз напоминают, сезон зимней рыбалки закрыт. Далеко не все подобные ЧП заканчиваются так же оптимистично, как на озере в Бобруйском районе. Виктория Поливко, Андрей Богдан, Бобруйск 360.